очень приятно видеть всех вас на 5-м юбилейном уже форуме молодых предпринимателей за Уралом. Программа «Ты предприниматель» реализуется в Курганской области уже не первый год. Это был один из самых первых регионов, который подключился к реализации программы. И за последние годы, в общем-то, качество реализации программы позволяет с полной уверенностью включить Курганскую область в число 5 лучших регионов в стране. Я думаю, что в первую очередь это обусловлено тем, что здесь работает достаточно слаженная команда. Департамент экономического развития грамотно, умело администрирует программу. Бизнес-инкубатор Курганской области делает прекрасные мероприятия. И вот сегодняшний форум уже собрал более 500 предпринимателей. Это те люди, которые вот за прошедшие 5 лет были участниками программы, пользовались нашими мерами поддержки. И сегодня, скажем так, для них это выпускной вечер. Для тех, кто уже начал свой бизнес, показать себя, завести новые контакты, привлечь новых клиентов. Это бизнес всей моей жизни. Это вся душа в моем бизнесе вложена полностью на 100%. И я вот выиграл, поеду на Россию, мне это очень сильно радует. Представим Курганскую область в этой номинации на достойном уровне. Вручили вот такой вот очень-очень крутой Оскар. Для меня это Оскар. Ну и, конечно же, iPad, iPad mini и, не знаю, iPad. Очень-очень, видимо, крутая вещь. Программа «Ты предприниматель» – отличные перспективы в Курганской области. Будем надеяться, что из года в год программа будет выходить на новый уровень и помогать как можно большему количеству молодых людей открывать собственный бизнес.